Сегодня, как и пару дней назад, мы на стадионе «Авангард», но в отличие от матча с «Пересветом», игра «Коломны» и «Коломны-2» привлекла не очень большое количество болельщиков. А, как видите, ну, видимо, причина тому ненастная погода. Может быть, наши болельщики привыкли ходить на соперник, но так или иначе, сегодня аншлага нам не видать. This is the future. Evolution. This is the future. Ну, расскажи что-нибудь интересное. Давай, смотрите, футбол. Первая, вторая команда. Равноценная. Как думаешь, кто победит? Победит сильнейший. А кто сильнейший? Матч покажет. Я надеюсь, мы все эти штанги перекладины, которые на сезон определили, мы уже сейчас в латенте дня сыграть. Шесть. Отыграл первый тайм, как вообще? Ну, ошибка была вот с передачи. Сам как оцениваешь свои действия? Ну, ошибка была побольше, там еще и мяч выскользнул после там навеса или удара мяча. Ну, в целом надо прибавлять это что-то. Получается, первая игра после карантина. Я думаю, сейчас со временем все нормально будет. Evolution. This is the future. Да, какой комментировать? Вон команда играет. Где-то надо после игры комментировать. Первый тайм прошел с нашим преимуществом. Как в счете, так и во владении мячом в игре. Хорош, Лёх, хорош! И вопрос один. Почему Сергея Турченкова называют Чебуром? А я не знаю, это надо у колонских ребят спросить.